Вообще сегодня Россия живет в огненном кольце, если можно так выразиться образно, холодной войны. Холодная война, первая идет горячая с Америкой. Я думаю, что это все внутри решается и, скорее всего, вряд ли перерастет. Кучка неких монополистических государств, которые пытаются установить свои порядки, в результате которых они будут выживать в современном обществе. Но это всего лишь утопическая иллюзия, которая приведет только к разрухе, разрушению и Третьей мировой войне. Войны, разумеется, такой глобальной, масштабной не будет. Не будет ее никогда. Война, на самом деле, она сейчас уже идет. Просто она идет на других уровнях. К сожалению, холодная война всегда перерастает в горячую войну. Если сейчас не предпринять какие-то сверхмеры, то, возможно, это растянется и выльется в Третью мировую войну. Мы не можем отсидеться. Война нужна не нам, война нужна Соединенным Штатам Америки, даже точнее мировой финансовой элите, потому что идет финансовый кризис. Каждый век, каждые 100 лет, получается, в начале века какая-то война происходит. Как всегда, при смене мирохозяйственных укладов страна, которая теряет лидерство, теряет мировую гегемонию, стремится развязать мировую войну за контроль над периферией. Америка сильно на нас давит. Это печальный момент. И Европа, к сожалению, слишком пассивна, чтобы быть самостоятельной.